В воскресенье в Сургуте перекроют 5 участков дорог. Ограничения введут в связи с проведением крестного хода православный праздник День Святой Троицы. 23 июня с 9 утра до полудня автотранспорту нельзя будет проехать по улице Мелик-Карамова от Федорова до Геологической и по Геологической от Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского. Он, в свою очередь, будет перекрыт до улицы 30 лет Победы. Движение крестного хода организуют и по проспекту Мира до проезда к бульвару писателей между торговым центром «Престиж» и школой номер 27. Закроют автомагистраль по Университетской от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского. Завершится крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора.